вот скажи, пожалуйста, как вот сейчас будет короткий отпуск, что мы вот, ну, запланировал же что-то дома там сделать. Как отдыхать планируешь? Ну, я понимаю, что это отдых очень условный, но все-таки. Да, но в первую очередь, наверное, поправить здоровье, потому что все-таки немножко приболела, из-за этого не бежала последний мостар. Ну, конечно же, отдохнуть, набраться сил. Ну, вот можно про это поподробнее? Я хотел, ты меня опередила просто. Вот ты не вышла, там была информация, что затемпературила, планировала, что случилось? Да, да, в последний момент я вышла уже на откат вышла, и в домик померили температуру, и оказалось, что... Жалеешь, наверное, все-таки мастарт не каждый раз. Ну, конечно, хотелось бы его пробежать, но не ценой здоровья. Мы вот общались и с Юлей, да, и другие девушки говорили о том, что с одной стороны приятно, с другой стороны тяжело бежать в новое место, потому что зрители, ажиотаж, стадион большой, много людей. Это... Как ты к этому относишься? Очень шумный стадион, но, скажу честно, я не знаю, может... На преследовании только на первом круге. Это единственный момент был, когда вот меня очень прям давила эта вся публика. Они все кричали, визжали просто до невозможности. А так, в принципе, я не слышу особо. Мне не мешает это. Ну, судя по твоей стрельбе, то тебе, наверное, точно не мешает. 4-0 там ты и у нас, по-моему, итальянка, я забыла, Санфилиппо или кто? Не Санфилиппо, Витоци, Лиза, да, 4-0. Вот, за тобой уже закрепился такой... имидж точного меткого стрелка, а при этом ходом не совсем можешь показать скорость. Вот как ты растешь, ну, по себе чувствуешь, набираешь потихонечку? Вот этапа к этапу. Ну, самочувствие у меня. Потому что все говорят, немножко... с 4-0 там чуть ли золото минимум должно быть. Ну, как да, как болельщики говорят. Ну, до золота, если стартуешь с большим отставанием, то до золота, конечно, далеко, но все бывает, это биатлон. И да, у меня уже немножко лучше самочувствие, чем было на первых этапах, но все-таки до идеального еще очень далеко. Это связано с тем, что изначально планировали, чтобы пик формы чуть был подальше, или просто вот связано с теми какими-то там моментами, что пропускало в тренировочном процессе? Ну, больше, да, с этим моментом.